Тюменцы могут не беспокоиться по поводу землетрясения. Сегодня ночью жители Урала почувствовали подземные толчки. Их ощутили в Челябинской, Свердловской областях, а также Башкирии. В местах наиболее близких к эпицентру в домах появились трещины. В ряде школ отменили занятия. По мнению экспертов, нам землетрясения опасаться не стоит. Тюменская область располагается на территории Западно-Сибирской равнины. Это не сейсмоактивная зона, хотя Тюмень и ближайшие районы приподняты, так как находятся ближе к Уральским горам. Они могут быть, но они будут, магнитуда будет там 2-3 балла. Очень слабые, мы их можем вообще даже не ощущать. Не исключено, что они сейчас происходят, только значит, они будут чувствовать соответствующими приборами. Ну, к слову, наиболее сильное землетрясение с повреждениями произошло в Тюменской области в 60-х годах в Казанском районе. Этот случай даже обсуждался на международном конгрессе. С тех пор больше таких толчков не появлялось. Специалисты говорят, что в одном и том же месте они случаются не чаще, чем через 50, а то и 100-200 лет.